В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела об убийстве известного в республике врача-травматолога. В июне прошлого года тело 80-летнего мужчины обнаружили в его кабинете в больнице скорой медицинской помощи. В преступлении обвиняют его 49-летнего знакомого, который совместно с погибшим организовал фирму. Причастность к инкриминируемому деянию подтверждается результатами проведенных оперативно-розыскных мероприятий, заключениями около 20 проведенных по уголовному делу судебных экспертиз, в том числе медицинских, генетических, медико-криминалистических, биологических, дактилоскопических. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания обвиняемого невменяемым не установлено.